Надо заметить, вот как мы не говорили о молодом поколении, да, вы действительно те, которые будете продолжать наши традиции, традиции нашей страны, большой страны, об этом заслуживает. И вы действительно напрягаемся и надеемся на вас, что вы эти традиции будете продолжать и умереть. И тут сегодняшний соревнование говорят о том, что да, действительно, вы как полнокровные наши молодое поколение, которое действительно должно будет поругаться. Я хотел бы сегодня от имени ветеранов нашего гарнизона, военного гарнизона, пожелать вам удачи, успехов в этих соревнованиях. Мы, конечно, желаем, чтобы каждый из вас